Добрый день, любители рыбалки. Мы вновь на речке. Погода хорошая, но ветреная. Ветер ужасный. Ветер идет против течения. Течения практически нет. Ну и клёва пока тоже нет. Его просто не видно, клюет она или нет. Колокольчик на веревочке мотыляет так, что его вообще не видно. Просто бубенчики. Тоже сильно колышет. Что нам будет дальше, посмотрим. Какая огромная туча. Оно как раз на нас гонит. Одна туча ушла, ветром угнала. А он вторую гонит. Ё-моё, такая молния. Это где-то за таможней так вот бабахнуло. Бляха-муха, уже над нами уже туча эта. Туча уже над нами. Да, ты же слышишь, что делает-то? Что сюда идет? Ну, такое чудо тоже ловится. Ах ты ж, гад такой маленький. Сейчас отпущу. Надо перед ночью покормить, иначе будет ерунда. Дальше не надо. Он ночью все равно подойдет близко. Немножко начал стихать ветер. Надо менять колокольчики, а то эти задолбали. Ну что, везет, как утопленникам. Наступило утро, за ночь ни одной поклевки. Гроза намечалась, потом гроза вроде бы пришла, потом опять ушла, опять пришла. Не знаю, может быть давление, может быть еще что-нибудь. Но клевать она не хотела. Вон они, лужи от того, что с вчера воду нагнало. Ну и опять пошел дождь. Нам везет, как утопленникам. Вон оно, Саш. Не-а. О, взял. Да.
Ну ты, блин, а что это? Я думал, что что-то большое. Такой же самый. Нет, ну какой же такой же самый? Такой же самый я выпустил. Такого. Ты такого выпустил, да? Такой же самый. А нет, побольше. Ты отпустил там грамм 600 было. Вот елки зеленые. Единственная, кстати, веревка на, да, на, да, поверху, и ты ее хапанул. Ну, это покрупнее немного. Не, это где-то килограммовый. Это бакарасик, это мелкий как. Так ты поднимай, там крыло есть? Ух ты, ух ты. Что, взять потлак? Да. Ух, ё-моё. Ты его без потлака вытащил. Мелкий идет, гад такой, ты посмотри, что делает, а? Ну да. Так давай я возьму. Поднимаю, поднимаю его. Сука, ну ни одного хорошего, блядь. Мелковатый весь идет, гад. И все. А сука, выкинуть хочется, блядь. Ей-богу. Ну на это, чтобы не зашел удочку. О. Значит, это крупнее. Ух, нифига себе, он куда увел. Опа, поднимай, Саша. Вот он уже здесь. Видишь? Не-не-не, я вижу леску твою. Леску я вижу. Поднимай, 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 потому что, блядь, ну сейчас траву зайдет. Вот ты, ёб твою мать. Ты смотри, что он делает. Да.
Да и этот колокольчик, чертова матери. Ну, сука, и поклевки карты. Ебать их просто. Блять, я думал, там большой. Опять шипзик такой. Не такой, но и большой, но не нормальный. Ну, оборвался? Ага. Потому что нет, не оборвался. Или оборвал? Оборвался. Оборвался, да. Ну, что, блядь, дергал я его. Слишком сильно дергался, блядь. Так, иди его уложи, выпутаю. Зараза, опять дождь пошел. Ну, на верхний, Саня. На верхний крючок. Верхний, да? Да. Ну, тогда как? Так, ну что, будем заканчивать рыбалку. Смотрю, смешу у меня слезы. Вот это сегодня и вся риба моя. Ну, товарищ отловился неплохо. Курям пойдет. Сколько? Четыре? Четыре. Вот и говорится. То ли снасть, то ли еще что-то. Удочки стояли абсолютно рядышком. Но снасть немножко отличалась. Ну, погода нам, конечно, дала. Перца. Ну все. Всем будьте здоровы. Ни хвоста, ни чешуи.